Viewer discretion is advised. В последнее время я все чаще замечаю в Петербурге такое диковинное развлечение, как квест «Выберись из комнаты». И сначала я думал, что это действительно что-то веселое, но потом я погуглил и увидел, что это действительно квест, где группе людей нужно выбраться из комнаты. И после этого я посмотрел на цены и подумал: люди! Серьезно! Квест «Выберись из комнаты» 3000 рублей! Люди готовы платить 3000 рублей за то, чтобы попасть в комнату, из которой им нужно выбраться. Да вы не то что зажрались, вы просто о***ели! И причем большинство времени более-менее удачного занято, уже зарезервировано, то есть люди покупают эту сраку. И ты приходишь туда, вас заводят в какую-то комнату, запирают, прячут там какие-то ключи, подсказки, и вы просто должны выбираться из комнаты. За 3000 рублей! 3000 рублей! Да это, идеальный бизнес! Люди сдают квартиру там для того, чтобы в ней жил 25 таджиков, которые приплачивают там двойную стоимость и получают в 5 раз меньше! Все, что нужно сделать, это купить старую коммуналку и сделать там квест «Выберись из коммуналки». Она будет отбиваться в миллион раз лучше аренды. Но даже не это, нет. Я подумал, что раз народ так угорел по каким-то дебильным квестам, я создам целых 2 предприятия. Одно из них – супер-волшебный квест по поиску и доставке вещей. А второе – это курьерское агентство по доставке хавчика, там, не знаю, пиво или что-нибудь такое. И вот люди будут приходить ко мне платить 3000 рублей, и я буду им рассказывать красивую историю о том, почему нужно пойти там в Дикси и доставить кому-то несколько полторашек Жигулевского. Ставь лайк, если 2 года ждешь такой квест. Нет, ну а если серьезно, люди, думайте, куда вы тратите деньги. Не будьте долб***ми. Выход из комнаты, б***ь.